Всем здрасте. Вот сегодня ведем борьбу со вчерашним метелем. Вчера большинство-то разгребли. Сегодня дальше поедем бороться с переносом. Занесло вчера сильно очень. Трактор сейчас будем заводить. Вот воды привез. Принес. Ветер-то еще, но не сильно. Заливать надо 40 литров водички. Погодка, знаете, туман. Тепло. У меня там в одной деревне как пробьемся. Там низина, но снега очень много. Так, на краник не побежал. Вот краник побежал там внизу. Оттаял. Заливаем дальше. Так, вода залита. Мордовки натянуты. Слабовато, ну ладно. Идем заводить. Запустился. Все запотело. Ладно. Так, сейчас поедем. Сейчас немного окна отойдут. И поедем дальше разгребать. Самая тяжелая улица, где разгребать надо. А, сейчас пробились тут, сейчас дальше по деревне пробиваться очень сложно будет. Там, наверное, занесло здорово, особенно на конце. Ладно, камеру пока выключу. Снегу наковалило. Да, это сходу на третью, повышенную, корнет.
цепях, то здорово роется. Самая страшная деревня, по улице пробились. А ребенка бегают интересные. Сейчас немного разворот сделаем и будем дальше нам добивать. Так, сейчас вот немного расширим. Сразу отказу, все скорости сразу и вперед.
Так, вон. Вот так снежку у нас подвалило. Выше капота. Туда дальше не пробиться, там речка бежит. Осталось тут еще метр то да там будто. Я тут не делаю тут болото. А под окном мне не пробиться. Вот так вот. Ладно, сейчас немножко тут растолкаем и поедем снова развалим пошире. Все, прибыли домой. Покушаем. Все. Масло. Не забыли выключить. Сливаем воду. Здесь печки сливаем. Компрессор. О, сохнет прямо. Сейчас основной краник. Вот там основной краник стоит. Все. Сольем и пойдем домой. Вот так вот немножко по борьбу со снегом провели. Эта штука надо немножко переделывать, плохо отваливает, угол крутой. Ладно, так вот мы немного работаем. Так, извиняюсь за наш вятский говор такой, многим не нравится, спрашиваются, какой говор. Ну уж не обессудьте, как уж говори, кто не понимает, многие догадываться. Ну, так вот. Спасибо, кто смотрел, кто не подписался, подписывайтесь. Всем пока, до новых встреч.